Привет, это продолжение, вторая часть прохождения новых квестов на Evolve RP. Если кто не видел первую часть, то там подробно объясняется, как выполнять задания. В этой же части просто летсплей моего лица, как я проходил и так далее. Если у тебя до сих пор нет аккаунта на Evolve RP, то регайся на промокод хэштег Лепард, и я закину тебя в состав, чтобы ты получал бесконечные материалы себе на аккаунт. Если что, я играю на сервере Сент-Луис. Видео снимаешь? Да. Нифига ты, прикинь, здесь реально, это знаешь, как в Америке есть эти лагеря? Получить кислородный баллон нажимаешь, и потом за мной. Я так понимаю, в зоне прописываешь аж оксиген. Вот сюда нам походу. Бам. Страх. Удел слабых. Ауф, брат. Задание найти и собрать 10 тыкв в зараженной зоне. Нифига, 160 тыкв дают. Фух. Бро, нам тыквы нужны, а не малышки. О, нашел тыкву. А как ее собрать? Это только у нас она отображается, или мы даун, или они нас троллили? Что-то пока мне непонятно нихуя. Тут еще кто-то стоит. Может, на них КД? Фу, Жека питон. Не знаю, я закладку нашел, брат. Жека, нашел тыкву! Нашел тыкву! ФПС не хватило! Не. А почему я не могу подобрать? Почему она не пропадает, сука? Кого школьники наебать хотят? О! Изи! Переигранные школьники! Ебак на сирка. Ура! Ба-ба-ба-ба! Бам! Так, теперь нам надо зажигать котлы. Даже с утра, как видите, здесь и есть народ. Надеюсь, я его перекликаю. Огромный тебе респект, мужик. Вот за это я люблю играть с утра, ночью, потому что игроков мало и играют в основном не школьники, а адекватные люди. Ура! У вас нет порошков? А-а-а. О, котел не горит. Странно, ну ладно. Так, надо еще два котла. Да, днем это проходить просто невозможно. Я этот ролик уже снимаю, получается, ну, второй день. Вчера начал, сегодня продолжаю. Задание. Создать 3 магических зелья в лавке зельевара. Прогресс 0 из 3. Ну окей, let's go. Салам алейкум. Выберите основу для зелья. Вода. У меня есть корень жизни, медовые соты. Медовые соты как-то поприятнее звучит. Ну ладно, надо все, видимо, нажать. Вы выбрали ингредиенты, стоимость. Окей, базар. Так, больше на воде я ничего собрать не могу. И на этом не могу собрать. Ага. То есть мне это надо сейчас выфармить? Бро, как я хочу быть тобой, ты не представляешь. Как хорошо, что я зашел с утра. Если бы я сейчас пытался выфармить все это, ну, в середине дня, я бы просто сошел с ума. Я, наверное, масочку надену все-таки, чтобы не спалить свое приватное местечко одно. Вот она моя приваточка. Вот она мое все. Тише, 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 тише. Сюда. Так, и соты выпали медовые, уже радуют. Я знаю только 3 места, где они вообще спавнят. Самое козырное я залутал. Вот здесь еще спавнится. Я их вижу. Блять, быстрее. Быстрее, Серго. Нет. Ну ладно, гоу скрафтим, посмотрим. Подожди, а может я кого-то опережу? Фармила. Фармила из меня, конечно, так себе. О, грибы. Найс. Лишним не будет. И сейчас что-нибудь еще здесь рядышком есть? Бля, ничего. Ладно, гоу скрафтим. Думаю, должно хватить. Бам, бам. Блядь, мне надо еще одну тыкву. Одной тыквы не хватило, прикиньте. Окей, погнали снова фармить. О, найс. Вы нашли 12 голд коинов. Круто. Сюда, мои солнышки. Там еще одна. Ну ладно, мне уже не надо, я уже все нашел. Поэтому не будем мешать фармилам. Пусть фармятся. А мы поехали. А мы поехали зелье варить. О, кстати. Бам. Фух, драги, класс. Грех по дороге тыкву не собрать, я думаю. Итак, кислота, мох и чеснок. Бам! Как тут вообще может рыба водиться? Я не понимаю. Согласен, в плитке искать червей такой себе вариант. А если вот тут? Тогда я точно знаю, где можно взять червей. Конечно же, на ферме. Ну все, я думаю, столько для улова мне точно хватит. Найс! Инопланетянин Серго прибыл. Бам! Дамы, кто будет со мной танцевать? Никто? Ну ладно, я в соло пофлекшу. Та-та-та-та-та, вот и все. Задание, ага, успешно выполнено. Вы нашли специи, веселые грибы. Отлично. Я у нее задание больше не могу взять. Ну все, видимо, я прошел все квесты. Какая-то тачка, я так понимаю. Еще одна тачка. Нифига здесь тыкв. Дом на колесах, 8 тысяч. Не, ну кстати, если вы будете здесь с утра захотите фармить вот эти штуки, то вы можете себе на ДНК нафармить. А я могу как-то посмотреть? Ой, не, вот это вообще ублюдско выглядит. А я могу как-то посмотреть? Опробовать. Вот это явно говно. Вот это, мне кажется, интересно, но... Либо коса. Не, давайте нож в голове. Все, я дебил. Задавайте вопросы.